Здравствуйте, меня зовут Богдан, и сегодня я вам расскажу, как использовать оператор sizeOf. Что же делает оператор sizeOf? Он позволяет получить размер в байтах для указанного типа. Ниже вы можете увидеть все типы данных, с которыми работает оператор sizeOf. Вот здесь они все перечислены. Итак, давайте рассмотрим пример. На 12 строке мы создаем переменную типа int boolvalue и присваиваем значение, которое возвращает оператор sizeOf. Оператор sizeOf возвращает значение типа int.